понимаете, изначально здесь вот была какая-то непонятная история. То есть не было бы никакой вообще проблемы, откровенно говоря. Вот. Привозить человека, давать ему абхазское, там, я не знаю, там, имя или псевдоним, потому что на самом деле мы не знали, над чем этого человека. Вот. Представлять его определенным образом и не спрашивая монастырскую братью, фактически, хотя ни одного документа опять-таки нет, вы понимаете? Документа нет. Как это все делается, тоже сложно сказать. Потому что они не говорили с этими людьми, наверное, нужно как-то и будет какая-то возможность и на каком-то уровне, может быть, встретиться или поговорить с патриархами российскими, чтобы обсудить и сгладить эти проблемы. Я думаю, что здесь ни в коем случае нельзя обострять ситуацию, обстановку. Вот это самое главное. Один вопрос. Так, уже обозначили, что определенные действия светских властей, как бы, по последнему комиссию, да? А можете объяснять, какова может быть мотивация к такому комиссию? Если вас не интересует, ну, участие некоторых чиновников, да, вот, в педалировании института? Ну, мне сложно вообще-то сейчас говорить. Я думаю, может быть, потому что, знаете, вот, может, личный характер отношений некоторых людей, может быть, есть даже определенное недопонимание, к чему это может привести с самого начала. Вот. А может быть, определенные силы пытаются как бы использовать накануне предвыборной кампании, тоже какие-то, вот я говорю, использовать какие-то моменты, чтобы решить в ту или иную сторону, допустим, исход битвы, как вот это у нас остается. А вы не обращались ни к звонящему, а даже что правда, ни к вопросам патриарху с вопросом о ответственности? Обращались ли вы к исполняющим обязанности главы государства? Вы знаете, нет, пока мы не обращались, почему? Потому что, во-первых, этот документ пришел сегодня в руки, а во-вторых, вы знаете, как вот церковно-народное собрание прошло 15 мая, да? До 15 мая каждый день был в здании правительства. Да? А вот после 15 мая, причем звонки, как и так далее, так сказать, да? После 15 мая ни один чиновник любого уровня не спросил. Ну вот хотя бы сказать, что да, вот благодарим вас, что не произошло никакого инцидента, столкновения, то, в чем пугали, да, до собрания. Никто ничего не спрашивал, даже не спросил у батюшки, что, собственно говоря, происходит. И вот это такое, скажем так, холодное отношение ко всему, да, и к тому, что здесь происходит, он просто вынуждает нас самим вообще не обращаться никому. И я думаю, что если даже сейчас мы обратимся, опять будут нас обвинять, что мы, так сказать, теперь и политиков туда подключаем. Вы же знаете, как тут что не сделаешь, все время ты виновный. Поэтому не думаю, что... И в конце концов, просто отчасти уже, извините, что я так говорю, поведение государства выглядит так, что она просто смотрит в зависимости, как это будет выгодно и полезно с точки зрения выборов, а не с точки зрения блага абхазского народа и будущего развития абхазской церкви. А по скосу патриарху, как мы приняли, да, приняли решение, обращение, которое будет вот, послано в ближайшее время, где будет говориться об апелляции, наверное, упомянем это. Ну, я думаю, что вообще-то, как вот сейчас они будут обращаться к представителю светской власти, главе государства, ну, наверное, это, наверное, должна делать, я не знаю, Пасхва, Миряне, те, кто, в общем, имеют отношение не только к церкви, наверное, и интеллигенция абхазская, общественность абхазская. Может быть, члены Совета, Миряне, члены Совета, да нет, это, конечно, все возможно. Чтобы не было так плантации. Это все возможно. Но, наверное, какое-то обращение будет, потому что это только-только, так сказать, принесли и положили на стол. Кстати, один из них, кажется, выпускник вашей, да? Не только один, там... Ваш выпускник, да? Вот один, вот и Матфей Дружба, и Долмат Копия, они выпускники и воспитанники. Они жили здесь в течение 5-6 лет. Они... Когда стали священником, приехали сюда, их отец все равно называл расходниками.
Вот, и мы два года их при монастыре здесь держали, чтобы они служили здесь, потому что у них, в отличие от всего прочего, есть и семьи, и дети, и так далее. И самое унизительное с точки зрения поведенческого, да, то, что отец Виссарион присылает бумагу о запрете, о моем запрете вместе с отцом Далматы, моим учеником. То есть неужели нельзя было найти из всех этих 19 человек кого-то другого, кто бы это не выглядело бы унизительно, прежде всего для самого отца Далматы, для меня. Если он приехал, значит. Да. Вот. А остальные, вот, например, вы спросите меня, кто такой диакон Иоанн, я даже не знаю его вообще. Некий диакон Иоанн. Кто такой иродиакон Дионисий Быстров, который купил в Приморский дом, и чем он занимается, и каково, так сказать, мнение о нем в Троице Сергиевой Лавре, это не хочу я вам говорить даже здесь. Понимаете? Кто эти люди? Вот. Кто? Я уж не говорю, что протоиерей Петр Самсонов 90 с чем-то лет, он выехал, ни на какой совет никогда не ездил, просто к нему возят, подписывают документы и все. То же самое Павел Харченко. А остальные, кто такой Бунин, Афанасий, Ковальчук, вы, думаю, все знаете, тоже купил в Приморский дом и так далее. Ну, Бог им судья в этом отношении, мы сейчас не будем переходить на какие-то, так сказать, да. Но просто нельзя Абхазскую церковь превращать в вот этот бардак. Вы знаете, как это, безусловно, это не в ближайшее время не будет, потому что, во-первых, будут личные встречи, да? Во-вторых, самое главное, что вы не думаете, что они прочитают обращение, сразу все поймут и примут решение. Вот. Мы будем независимо, будет ответ положительный, отрицательный, приводить представителей, да, разъяснять. Вот это же нужно разъяснить не только главам и священным синодам, но и в том числе, чтобы люди, да, которые входят в эти церкви, отдельные священники, простые люди, миряне, понимали, что происходит. Да? Вот. Есть очень активный, так сказать, сторонник проблем, происходящих в Абхазии. Один молодой человек, Константин Ос, его зовут Константин, фамилия, к сожалению, сейчас не знаю, он грек-киприот кипрского происхождения, который живет в Греции, в Афинах, который выучил там все нюансы истории нашего народа. Вот, причем я уж сам, занимаясь этим профессионально, не знаю этих названий древних вот, в том порядке, как они менялись в греческих источниках. Он это все хорошо знает, он очень просил меня поехать сюда, но я не стал этого делать, потому что церковь народного собрания – это наш внутренний вопрос. Мы обсуждали, решали без участия кого бы это ни было, потому что это наш вопрос. А в дальнейшем он будет, конечно, безусловно, тоже приезжать, интересоваться. Вы сегодня знаете, есть возможности общения в интернете, где подключается очень много людей, даст Бог, у нас готовится, и сайт будет, и все это будет. То есть это вопрос не только изменить значит, в головах иерархов и священного синода, да, понимание ситуации в Абхазии, но изменить и среди простых людей, которые, может быть, сыграют большую роль, чем отдельные иерархи. Поэтому будем в этом направлении работать. Работа долгая и кропотливая, но, к сожалению, все время нас отвлекают на вот эти какие-то указы, запреты, угрозы. Как вы понимаете, у нас большая часть времени уходит на это. Потому что люди же, вы же понимаете, что это же, как только появляются эти документы, сюда начинает приезжать масса людей, обеспокоенных. Да? Они хотят понятия, правда ли это, неправда ли это, на самом деле это. Так это будет, когда будет захват, когда его не будет. И нам нужно тут часами проводить пресс-конференции с людьми вот, в таком неформальном формате. Сделали? Да, мы это все сделаем, но просто вы поймите, что мы не успеваем реагировать на такое количество бумаг, исходящих как от Майковской епархии, так и от нашей Сухуно-Петсунской епархии. Мы просто не успеваем. Слишком большое внимание. Тут нужно содержать, отказаться от всего, содержать просто одну канцелярию в составе 20 человек, чтобы все время готовить тексты, ответные на все эти
документ. Тогда мы завершим на этом.